Ребята, всем привет. Помню, арендовал я квартиру и спорил с собственником насчет графы, строчки в квитанции за коммунальные услуги. Кто должен за нее платить? Я или собственник? Конечно, у меня тогда не было вот этого потрясающего видео, но у вас оно есть, поэтому сейчас я вам расскажу, за что на самом деле должен платить собственник, а не арендатор. Первое. Расходы на благоустройство дома и принадлежащей собственникам территории. Наниматель, арендатор, лишь имеет временное право пользования этой квартирой, и он не обязан оплачивать благоустройство дома или придомовой территории. Второе. Квитанции по капитальному ремонту. Эти расходы тоже должен нести только собственник. Третье. Компенсация ущерба, нанесенного третьим лицами, соседями или стихийной силой. Четвертое. Расходы за прописанных членов семьи собственника. Например, если в квартире не установлены счетчики, то расходы, там, например, за воду будут считаться по среднему в зависимости от количества прописанных. Поэтому, если вы там живете один, а прописано, например, там 3, 4, 5, 6 человек, то понятно, что вы переплачиваете. Если вы понимаете, что вы платите за то, что не должны, вы можете прямо сейчас отправить это видео своему собственнику, но если вы собственник, который берет деньги со своего арендатора, вы, конечно, либо можете дальше пользоваться этой ситуацией, либо все же сделать все честно и тоже отправить ему это видео и сказать, что «Дорогой арендатор, цени это». Вот, и не плати. Теперь я должен за это платить, и вообще можно компенсировать ему за весь срок, который он оплачивал. Все. Всем пока. До скорых встреч. OG King.